Привет тебе. По кличке Ниндзя. 75 килограмм. Его оппонент. Ребят, я не успел прочитать здесь. Лаврентьев Александр, по прозвищу Гость. Это гость из города Красноярск. Аплодисменты. Его оппонент. Милан, это парень из толпы, то есть он у меня выбрался. Буквально тоже дебютант против нашего сегодняшнего гостя из города Красноярск. Весовая категория 70-75 килограмм. Давайте еще раз. Абрахманов Милан, подними руку, пожалуйста, дружище. Его оппонент Лаврентьев Александр. Аплодисменты, гость, город Красноярск. Бойцы, на середину. Пожмите руки. Бой ведем честно, активно, по углам. Готов? Готов? Бой! Давай, Милан! Без суеты, братан! Шейку, шейку! Защита активнее! Защита активнее! Стоп! Бой окончен! Красавчики! Есть победитель! Гость из города Красноярска Лаврентьев Александр! Спасибо, ребята, за красивый бой! Абдрахманов, Милан, спасибо большое тебе. Это парень из толпы, это дебютант. И, конечно, ребят, не заходите, не просто так не уходите. Скажите пару слов нам и тем, кто смотрит на ваши бои. Спасибо, что вы пришли. Спасибо. Красноярск, молодец. Тренируйтесь, пацаны, пока и все. Итак,